Кто сказал, что построить кинотеатр дорого и долго? Разноцветная стена на проспекте Ленина – ничто иное, как кинозал. Строили его волонтеры 3 недели после учебы и работы. Сначала мы укладываем на кирпич, который сделан изо льда и краски, слой цемента. Цементом мы называем снег, смешанный с водой. Мы кладем вот этот цементик и сверху еще один кирпич. И все дырочки заделываем снегом. 4-й год подряд областная детско-юношеская библиотека устраивает творческие долгострои. 3 недели ребята собирали коробки от сока и молока, чтобы наморозить кирпичей для кинотеатра. Технологию заново не придумывали, позаимствовали у северных народов. Мы позаимствовали технологию строителей иглу. Вот те кирпичики, которые создаются из льда, потом соединяются снежной крошкой, замоченной в теплой воде. И создается такой цемент, который позволяет кирпичикам складываться между собой и вот позволяет нашему строительству осуществляться. Еще предстоит возвести крышу и завершить отделку внутреннего убранства. Судя по погоде, кинотеатр должен простоять неделю. Потом, конечно, растает, но следующей зимой сотрудники библиотеки обещают придумать что-нибудь новое и не менее интересное. Ледяной кинотеатр – это рукотворная работа. Вот из таких кирпичиков создается место, где можно посмотреть фильмы о Самарском крае. Он оснащен всем необходимым. Можно прийти, взять горячий чай, сесть на пуфик, укрыться пледом. Приятного просмотра! Первым зрителям демонстрируют фильм об основателе Самары Григории Засекине. В год кино особенно актуально побольше узнать о людях, благодаря которым стоит на Средней Волге славный город с полувековой историей. Они все-таки как-то подбадривают молодежь, потому что приближают их к тому состоянию, когда хочется что-то узнать побольше о родном крае. И это совсем я не преувеличиваю, что мое глубочайшее убеждение, что должен человек нормальный рассказывать про свой край несколько часов. Ледяной кинотеатр будет работать до 26 февраля. Посмотреть фильм можно бесплатно с 19 до 20 часов вечера. Марианна Мирная, Григорий Плешаков. События.